6 октября в режиме видеоконференции состоялось заседание штаба по тепло- и электроснабжению Челябинской области. От Верхнеуральского района совещание приняло участие заместитель главы муниципалитета по инженерному обеспечению, строительству и ЖКХ Валентина Мухудинова. На заседании обсудили вопросы начала отопительного сезона, а также наличие задолженности у муниципальных образований. Стоит отметить, что Верхнеуральский район задолженности перед теплоснабжающими организациями не имеет.